О рабы Аллаха! Многие желающие проявить любовь к пророку, да благословит его Аллах, и приветствуют. Установили день рождения пророка, да благословит его Аллах, и приветствуют праздником. Однако таким образом не поступали первые поколения. И не было подобных праздников и мероприятий по единогласию знатоков истории и жизнеописаний, кроме как после трех первых поколений, которые считаются лучшими и достойнейшими поколениями среди мусульман. Затем, о рабы Аллаха, месяц, в котором был рожден посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, это тот же месяц, в котором он, да благословит его Аллах, и приветствует, скончался. И день, в котором он, да благословит его Аллах, и приветствует, родился, это тот же день, в котором он, да благословит его Аллах, и приветствует, скончался. Невозможно проявлять радость его рождению в этот день, так же, как и проявлять скорбь и траур его кончине, да благословит его Аллах, и приветствует. Не узаконено ни то, ни другое. Не узаконено праздновать в день его рождения, да благословит его Аллах, и приветствует. И не узаконено проявлять скорбь и траур в день его кончины, да благословит его Аллах, и приветствует. Не делали подобного достойнейшие сподвижники, да будет доволен ими Аллах.